Они не проиграли ни одного матча в чемпионате России и в играх за Кубок страны. Такие итоги ватерполистов «Синтеза» в прошлом сезоне. Наша команда «Синтез», основной состав, выиграл в этом году практически все, что можно было выиграть. Вот. Ну, на следующий сезон задача у нас всегда одна – быть первыми. Для этого у нас все есть, возможности есть, люди есть, ресурсы есть, настрой есть, желание есть, мастерство есть. 16 сентября стартует чемпионат России. Ближайшие две недели ватерполисты проведут на сборах в Черногории. Состав команды обновился. Пришли молодые ребята, воспитанники собственного клуба. Мерзиев Замир и Оскар Махьянов. Вот, поэтому небольшие изменения. Основные костяк игроков остался. Настроение отличное, что новый сезон, новые задачи, новые цели. Лето. Предстоящий сбор в Черногории, море, все хорошо. Главная новость встречи – казанский клуб «Синтез» может стать базой для подготовки сборной России по водному полу к следующей Олимпиаде. Об этом сообщил министр спорта. Идут переговоры, решение будет осенью. На Олимпиаде в Токио три спортсмена уже защищали честь клуба. Пловец Александр Красных вернулся с серебряной медалью. На вопрос, доволен ли результатом, ответил неоднозначно. Если рассматривать Олимпиаду как соревнование, где нужно зарабатывать медали, то да. Если же рассматривать Олимпиаду как основной старт, на котором нужно показывать максимальный результат, то нет. Мария Полякова, финалистка Олимпийских игр по прыжкам в воду с трамплина, говорит, отсутствие российского флага повлияло на настроение спортсменов. Зато хотя бы мы смогли поехать. Могло бы быть и хуже, поэтому надо довольствоваться тем, тому, что есть. Для наших пловцов и прыгунов впереди новая Олимпиада в Париже. На подготовку ровно 3 года. И начинать нужно уже сейчас, говорит президент клуба. С ними будем сейчас тоже встречаться, с тренерским составом, с организационным составом, с пловцами, с прыгунами. Что, какие проблемы нужно решить для них, чтобы у них была успешная подготовка к Олимпийским играм. И отобрались они на Олимпийские игры. На этот сезон задача у ватерпольного «Синтеза» не менее сложная – удержать все завоеванные позиции. Фариза Мазитова, Ленар Хузиахметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.